Красная дорожка, дорогие наряды и известные актеры. Большое кино вновь на Нижегородской земле. Супруги, друзья! Из 450 заявок на участие до конкурсного показа фестиваля дошли лишь 20 лучших фильмов со всей России. Сейчас мы счастливы, что родился первый кинофестиваль. И, конечно же, будем его только расширять и привозить как можно больше известных актеров, режиссеров и хороших фильмов. Оценивать работы молодых режиссеров будет звездное жюри под руководством российской актрисы Олеси Судзиловской. Любая деятельность, любое творчество требует того, чтобы тебе сказали, прав ты, не прав, здорово ты это делаешь, не здорово. Опять же, без оценки, но без оценки тебя личности, а оценки твоей работы, это, конечно, безусловно, необходимо. Творцам это необходимо. Я надеюсь, что мы сможем быть в нашей общей команде объективными. Для многих молодых режиссеров участие в Городецком фестивале – большая радость. Именно они первыми покажут свои работы по всей Нижегородской области. Конкурсные кинопоказы прошли на 22 площадках в 19 районах области. Я сейчас не думаю, как ее оценят. Мне важнее, как ее примет зал. Все-таки поменяй одного члена жюри, будет совершенно другой результат на любом фестивале. А все-таки важнее мнение зрителей, какие-то, как дышит зал во время фильма, там смеется или нет. Такие моменты. А смотреть есть где. В области сейчас активно развивается киносеть. Уже совсем скоро новые кинозалы появятся в Навашино и в Иксе. Только в этом году, в 19-м, мы провели несколько фестивалей в Нижнем Новгороде. И фестиваль детского кино, и веб-сериалов, и короткометражного кино. Поэтому мы так планомерно движемся к тому, чтобы фестивальное кинодвижение, в общем-то, набирало силу в нашем регионе. Первый Городецкий кинофестиваль уже включен в программу празднования 800-летия святого князя Александра Невского. Всероссийские торжества пройдут в 2021 году. Великий воин умер в Городце в 1263 году, когда возвращался во Владимир из Золотой Орды. С именем Александра Невского связан один из самых пронзительных фильмов советского кинематографа – эпохальное полотно Сергея Эйзенштейна. Возможно, Городецкий фестиваль откроет новые таланты, которые составят достойную конкуренцию именитым мэтрам в искусстве кино. Анна Колпаева, Виталий Кудрявцев. Время новостей.